Добрый день, меня зовут Сергей, мне 23 года. В данный момент я нахожусь в реабилитационном центре города Черноморск. Я бы хотел вам рассказать, как я пришел вообще к Богу. Я раньше занимался наркотиками, всяким лукавством, воровством. Но благодаря Богу я отошел от этого, я стал более праведно жить. В центре я нахожусь около месяца. С утра я просыпаюсь, молюсь Богу нашему. Дальше мы занимаемся домашними делами, работой, трудом. Все это время я прославляю Бога и вижу в нем свет истины Господний. Благодаря этому я отошел от всего зла, от греха и от всякого лукавства. Вы знаете, у меня есть для вас свидетельство присутствия Бога среди нас. Я молился долго и упорно за здоровье своей бабушки. И в один прекрасный момент Господь услышал мои молитвы. Ей стало легче просто на ровном месте, как говорят. Я увидел в этом искру Божью, Его свет, Его истину. В данный момент, слава Богу, Ему хвала, с ней все хорошо. И я надеюсь, что так и будет продолжаться.